Ну что, ребята, начнем. Дисклеймер, не финансовый совет. Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И что у нас тут происходит? Лучшего места не придумаешь, конечно, для теханализа, чем пиратский корабль. Но, в общем, мы начинаем. Тут у нас происходит GRT BTC. Кто-то меня просил недавно из подписчиков посмотреть. Не знаю, что тут и скажешь. Очень странная штука на графике. Вроде и расти, куда ему есть, и падать. Поэтому ничего не скажу тут. Ну, грубо говоря, вверх или вниз. Ну, точно в бок. Звук надо писать нормально, забыл об этом. Начнем, конечно же, с BTC. Начнем с BTC, на самом деле, потому что очень интересный момент тут происходит. Смотрите, вот у нас есть восходящая локальная трендовая, и вот у нас есть восходящая глобальная трендовая, в принципе, которую мы пробили и находимся сейчас ниже нее. Поэтому вот такой вот альтернативный треугольник вам для рассмотрения, который, по идее, должен пробиться наверх. После чего мы идем переписывать all-time high, конечно же, и оттуда уже начинается веселуха-веселуха вообще. Но это такой оптимистичный сценарий. В принципе, и по эфиру тоже подобный сценарий, то, о чем мы говорили в недавнем выпуске, что мы идем переписывать all-time high и идем наверх. Ну, ребят, тут просто добавить нечего, поэтому я повторяю то же самое. В целом, бычье настроение, о чем, собственно, свидетельствует Атом, который поднялся сегодня уже на 8,5% к доллару и на 5,5%, почти на 6% к битку. Вот, и это прекрасно видеть, и, конечно же, будут откаты. Вот у нас есть восходящая линия сопротивления по Атому, которая тоже, в принципе, может быть пробита. Но, тем не менее, у нас тут дивергенции наблюдаются. Для любителей диверов у нас наблюдаются дивера и вот тут, и вот тут. Но пока, правда, этот импульс не завершен, об этом говорить рано. Может быть, он сейчас уйдет сильно выше, а RSI тоже стрельнет выше. Но будем посмотреть, как говорится. Аудио USD тоже, посмотрите, пошел импульс дальше. Аудио USD, несмотря на то, что он уже достаточно хорошо сходил, он тоже выглядит, как будто бы готов переписывать хаи. И в логарифме выглядит более здоровым этот аптренд. Так что интересная монетка. Биткоин Кеша. Биткоин Кеша тоже все нам выносит мозг уже который месяц с вами. Делает вид, что он никому не нужен, что он в медвежьем тренде. Но мы-то с вами знаем, мы-то с вами понимаем, ребят, что как раз в такой момент и нужно покупать. Все, кто меня смотрит, я думаю, это знают. Все, кто подписан на канал, знают, что рынок — это машина, где деньги получают те, кто умеет ждать, а те, кто ждать не умеет, как сказал Великий. Вот, поэтому, что, наверх, конечно же, наверх. Биткоин кэш куда-нибудь к десяткам тысячам баксов смотрит. И... А все, кто еще не подписан почему-то на канал, этого не знают, вы можете исправить эту ошибку прямо сейчас и подписаться. Потому что биткоин кэш вот у нас пробил нисходящее... Вот такое вот нисходящее логарифмическое сопротивление. И уже отретестил его как поддержку. Отретестил его как поддержку вот здесь. Так что дальше to the moon, по идее, напрашивается. Compound, кстати, никогда не смотрели. Но, может быть, на каких-то редких стримах. Compound многие сейчас торгуют, я знаю. Там интересная тема, что мало монет. Compound. И проект не скамовый, как бы, да. Вот всего 5 миллионов монет при капитализации в 2 миллиарда. Как и у Dash, кстати. Ну, до Dash сейчас дойдем. 5 миллионов монет, Compound, собственно, поэтому он так и пампится хорошо и стоит. Точнее, поэтому он так хорошо и в цене стоит, что довольно-таки редкий актив. Более редкий, чем биткоин. Есть восходящая линия, поэтому, да, ребята, опять же, те, кто умеют ждать и готовы к просадкам, те получают крышесносные иксы. Дисклеймер, это все не значит, что мы не можем сходить сначала вниз на ретест каких-либо уровней и провалиться ниже. Конечно же, можем. Но я вам говорю о том, что в целом это все наверх. И если вы готовы к просадкам, то вы будете вознаграждены. Dash USD. Dash USD тоже картина не поменялась. На дневном таймфрейме сетка EMA Ribbon бычья с августа. Если мы ее держим как поддержку, то пойдем дальше наверх. На недельном таймфрейме сетка EMA Ribbon бычья с начала этого года. И тоже мы ее как бы провалили вот здесь, конечно же, на дампе, но в целом удерживаем и, скорее всего, пойдем наверх. При этом Dash BTC абсолютно круто выглядит. Посмотрите, он просто уже устал падать, что называется, да, у него. Можно вот как EMA Ribbon идет, можно также провести нисходящее логарифмическое сопротивление, которое, ну, в какой-то момент оно просто не может быть непробитым, понимаете? Есть смещение математической вероятности. Когда у вас уже вот такое вот сопротивление, то оно в какой-то момент просто обязательно уже пробьется, потому что, ну, все, вот идет поджим. И когда оно пробьется, там начнется очень сильная история, типа как была вот здесь, понимаете? И была вот здесь, возможно. Поэтому Dash BTC чисто с точки зрения математической вероятности очень сильный вариант. Но как хедж, на самом деле, если вы хотите, если вы любите шортить и хеджироваться, я считаю, что все еще Dash BTC, как я вам показывал,
хороший хеджевый шорт. Потому что смотрите, куда он смотрит. Он смотрит явно вниз. Он реально запампился уже на 100x. Я вам напоминаю просто, что он стоил 16 сатоши, а пампился до 1200. Он даже меньше стоил. Почти на 100x к битку. И все, еще он на 50x к битку сейчас примерно. Чуть меньше, на 40x к битку. Он, скорее всего, будет идти вот так к битку. Поэтому, если вы хотите захеджировать свои лонги, в принципе, не глупой темой будет хеджевый шорт доджкоина к биткоину, как и, в принципе, хеджевый шорт соланы к биткоину. Ну, в общем, перепампленных монет, которые вы сами видите, что они перепамплены просто чуть более чем полностью. Эфир классик BTC, вот тут смежная ситуация. Тут как бы уже вроде и был импульс и сильно, да, улетел на 20 иксов где-то. Тем не менее, в долгосрочной картине мы видим, что это еще может быть только начало большего импульса. Поэтому я лично эфир классик держу, но часть эфир классика разгрузил вот здесь, как вам и говорил, потому что уже были крышесносные иксы, которых я и вам желаю, собственно, ребята. И поэтому даю вам всю эту информацию, все, что я знаю, говорю вам как есть, как бы не мудрствуя лукаво, и вы уже принимаете это к сами к действию или не к действию, как хотите. Доминация BTC идет по плану, идет вниз выпиливать эти лои, но в моменте, если мы приблизимся на 4-часовик, мы видим краткосрочные отскоки. Вот мы видим опять же отскок. В принципе, тут на 4-часовике формируется, конечно, разворотное закругление. Возможно, нас ждет небольшой дамп по альткоинам к биткоину какое-то время, перед тем, как мы на большем таймфрейме, скажем, на дневке, вот, даже, может быть, пробьем эту сетку. И на недельке, скорее всего, мы как раз до нее дойдем. Да, до вот, видите, я нарисовал на недельке как раз четко до сетки. Мы можем спокойно сходить куда-нибудь в район 45-50 и только потом оттуда отвалиться и пойти еще ниже. Но будет это, скорее всего, резче и быстрее, потому что скорость набирается параболически, волатильность x10, ребята. Так что резюме такое. В целом, тотал очень бычий. Тотал идет переписывать хаи. Это очень бычий расклад. Тотал 2, то есть альткоины, еще более бычий. Вот мы видим, что они уже почти переписали хаи. Но в моменте может быть краткосрочный отскок волатильности в сторону биткоина. Так что аккуратней. Кто торгует альты к битку, не перемудрите. Вот. Ну и да, хеджевые шорты на свой страх и риск. Дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гринни. Очень рад для вас вещать. Надеюсь, что вам тоже это нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. И скоро увидимся. Всем привет с арт-ковчега. Здесь очень круто. Нереально вообще просто. Просто нереально круто.